хорошо ответить. Ты помешаешь учителю слушать и оценить его, а ученик помешаешь хорошо ответить. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок. Можно на уроке раскачиваться на стуле, потому что ты можешь упасть, разбить стул и ушибиться. Если упадешь, размещаешь друзей и помешаешь урок. Да куда там учиться, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Все, я все, надо быть культурой. И на уроке не открывайте игры. Говорите с нами так. На уроке нельзя открывать команду. Кто должен быть открытым? Не открывайте сайты, которые мной не откроются. Надо доедать на перемене. Если не успел доесть его на перемене, не бросай в сумку. Бутерброд нужно доедать на перемене, а если не успел доесть, положи его в сумку. Заверни в пакетик и положи так в сумку. На стол не клади, потому что на бутерброд могут попасть микробы. В маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а и на стуле сиди ровно, ноги ставь на пол. Убери со стола те предметы, которые не понадобятся на данном уроке. Если вдруг вспомнишь что-то интересное или смешное, не спеши рассказывать об этом. Дождись перемены, и тогда тебя послушают с удовольствием. На уроке не надо жевать жвачку, потому что это неприлично.